Мужики, они там уже вытаскивают. Я не знаю, не работает, что за хрень. Я не знаю, что сделать. Ссаный плеер. А, погодите, это еще не Warcraft, это какая-то другая игра. Там другая игра. Блин, я не понимаю, почему не работает плеер. Ну что за дебилизм? Ну это, короче, какой-то игры там. Я не знаю, когда я корейских няшек смотрю на этом сайте, у меня все нормально работает. А здесь лагает. Сейчас я попробую в другое место зайти. Хотя там плеер в другой такой же вроде. Знаете, прикол самый в том, что здесь нельзя качество поменять. То есть в этом плеере это не качество, это просто херня какая-то. Качество, оно по-другому выглядит. Вот, я нашел, кстати, другой плеер, в котором качество вроде... В котором качество вроде робит. О, у меня там работает. Сейчас, пацаны, запущу. Там работает. Работает! Работает, пацаны! Да, блин, дайте захват сделать. Ну, работает, но, правда, как-то это... Подфризивает, ну, хотя бы так. Хотя бы мы видим картинку. Девонька, кстати, нормальная. Я не знаю даже, что это за игра, там написано какой-то то ли Crossfire. Возможно, Crossfire, кстати, это этот китайский этот КС. Вот просто, вот это качество. Короче, я ничего не буду трогать, пока работает. Криво, но работает. Опа, я же говорю... А, нет, погодите, кого раскинули? Инфи, инфи посеяли, Флая, Тяшу и Муна, что ли, посеяли? А за какие такие заслуги Муну посеяли, который 2 года уже не играл в Warcraft? Попробуем поменьше качество сделать. Блин, зачем нажал? Зачем нажал, все сломал. Если они мне мой ник неправильно писали, я их там высеку. Юмика? Юмика с инфи, что ли? Юмика с инфи в одной группе. Неплохо сыграно. Кто? Я не вижу. 120? 120 с флаем, пацаны. 120 с флаем. Все, давайте меня в группу С, я хочу с Муном сыграть. Меня! Кто там? Не вижу. Лавлет! Лавлет с Муном в одной группе, пацаны. 2 корейца в одной группе. Вообще забей. Меня не с Тяшем, я не хочу с Тяшем.
кто там? Явс? Явс, Тиаша. Блин, а если меня сейчас первую группу, там в группе первая вообще жесть. Инфи, Юмика. Меня только не в первую, пожалуйста, не в первую, не хочу, там слишком жестко. Кто там, не вижу. Соник, Соник, сын Фи Юмика, забей вообще, Соник. Соник пролетает, походу. Так, Флай 120. Кто там? Хавк? Нет? ZDR? Блин, да вообще жесть. Я уже сейчас... У меня куда? Не в третью тогда. Я вообще никуда не хочу. Кто там? Блин, не видно. Варчиф Рич! 3 эльфа в группе С. Мун лавлет Варчиф Рич. Блин, что-то подлагивает. Не, ну у меня, в принципе, в группу Д нормально. Это самое пока слабенькое. Кто там? Фокус! Да блин, а я сейчас... Блин, куда меня засунут сейчас? Если я в первую группу попаду, это будет вообще жесть. Соник, Инфи, Юмика. Только не в первую. Пожалуйста, не в первую! Репрессал в первый? Соник, забей вообще! Соник, Юмика, Инфи, репрессал. Блин, вот и я. Чё за ник? Хвак! 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 Хвак написали, блядь. Слышь, я им пресеку, по-моему, по лицу уже всем. Хвак. Погодите, а с кем я попал-то? С Флайм 120 и кто там еще? 那么本次 WC 全球总决赛魔兽争霸三项目的抽签已经全部进行完毕，让我们来看一下结果。<笑> Погоди, кто у меня? Fly, ZDR, 120, Хвак. Ну вы... Господи. Хвак. WC 2005全球总决赛风暴英雄项目的抽签，本次 WC 全球总决赛风暴英雄项目共有12个参赛名额，分成两组。小组赛的赛制为 BO3 单循环，胜者积三分，负者积零分。小组前四出现以及八。Пацаны, так значит у меня Fly, ZDR и 120. Ну, два орка, undead. Блин, ну я не хотел с орками играть. 好的，放入抽签箱内摇一下。Блин, у Явса хорошая группа. Явс, Тиаш, Фокус и Хла. Блин, я из того пока ржал, что какие там группы были. Это... Я пропустил, кто там, блин, в третьей группе был. Пацаны, в третьей группе кто был? Там был Мун. Мун... Этот, блин. Мун, Лавлет, Варчиф Рич. А четвертый кто? Кто-то заскринил, да? Сейчас посмотрю. А, во, все, спасибо, ребят, заскринили. Короче, и так, у нас первая группа, это группа смерти. Это Инфи, Юмика, Соник и Репрессал. Ну, Соник, конечно... Сонику, конечно, удобно будет против хуманов трениться, ему только надо. Но вы сами понимаете, что группа просто нереально жесткая. У Соника здесь, блин, вообще шансов, мне кажется, нету выйти. Потому что, ну, не знаю, конечно, он постарается, я думаю, но будут, наверное, за выход Инфи, Юмик и Репрессал бороться. А, вторая группа это моя, Fly, 120 ZDR и Хвак. Хвак. Не, ну на самом деле, я бы лучше с эльфами играл, потому что мне не нравится с орками играть. Fly, ZDR, 120. Ну, группа не слабая, я бы сказал, но проходить можно. Естественно. Блин, Хвак. Что за... Группа С. Группа С тоже, я бы сказал, не самая прикольная. Мун, Лавлет, Варчиф Рич, Кси-Кси. Но тут масс мироры эльфийские. Ричу, кстати, опять же, Ричу удобно теперь трениться будет чисто против эльфов. Вот. Ну, я думаю, здесь, кстати, Лавлет,
Кси-кси, наверное, ну, блин, тут, знаете, с Мирором никогда не понятно. Мне кажется, у Рича есть шансы выйти. И последняя группа, наверное, мне кажется, самая слабая из-за того, что туда Явс и Хла попали. Тиаш, Фокус, Хла, Явс. Ну, я так скажу, здесь у Явса есть шансы, огромные шансы Явса выйти из группы. Просто нереально хороший, потому что, во-первых, Фокус он уже выигрывал несколько раз на турнирах, на этих, на всяких там герокапах или где они там играли. Вот. Ну, Хла, понятно, Хла как турист едет, хотя он может тоже там что-нибудь подзажечь. Вот. Но я думаю, здесь Тиаш и Явс спокойно могут выйти. Вот. Ну, а так, конечно, самый банальный прогноз это Тиаш Фокус. Вот. Но у Явса все шансы. Не, группа смерти это точно группа первая. Чисто из-за того, что там все топовые хуманы собрались. Ну, почти все. Вот. Что, все там закончился? Или они там какую-то еще фигачат? Не, ну, хвак, блин, господи. Как можно... Я-то думал, мой ник просто напишут с маленькой К. Нет, они, блин... Хвак. Представляете, если они мне еще дадут бейджик, и там будет хвак написано. Господи, как так можно? Затроллили меня. Ладно, ребят, чё орать-то тут уже? Готем на форме прохвак. Я на самом деле засужу их за то, что они мой ник неправильно писали. Я в суд подам. А вы что думали? Так, ладно, ребят, сейчас я пойду... Там это в ванну схожу, умоюсь после такого пота и пойдем дальше китайский лейдер играть. Вот. Так.